Ну, контрпики Брода, конечно, не есть. Просто Брода может так быстро нафармить, что просто не успеют. Поставили сентри здесь. Возможно, сейчас драка наверное, продолжается. Сенейка забирает. Инсейн не за Мики. Мики тоже забирает нас в ответ. Так что разминочка получается. Так, что у нас там? Собирает там. Забирает сейчас бокс здесь и догорает. Собирает у нас от тайги. Его добивает здесь идолончиком. Чарли. Чарли на инсейне. Инсейне выходит. Тайга будет холл, не жалеет, кстати. Ну, неплохо, неплохо. И можно будет сейчас Чарли забрать. Чарли каунт нажимает, прыгает, бегает, только не понимает, куда ему идти. Там работает экзорцист. Чарли все-таки забирает у нас. Дом на боксе висит. Бокс у нас догорит сейчас. Да, бокс догорает. Тайга. Тайга тоже у нас бывает с таверном. Ладно, она тоже так же. Так, ой-ой-ой. Суприм пошла же. Райха своем пошел у нас первый. Нормально. Так, тут у нас что, на боте начинается. На боте у нас начинается флекс полнейший. Врывается Суприм. Суприм с тотема, конечно, плюшки нормально отваливает. Но еще не критично, блин, но... Авторшок тоже урона 150 наносит. Так, бокс на Сенейка нападает. Сенейка увидели. Сенейка неприятно. Сенейка... Ну, слушай, выживает Сенейка. Хороший хп собирает. Он бежится на 5 на бедного боксе. Там он нажимает Чарли, Микки Сайленс, Экзорцист. Но бокс должен будет здесь убить однозначно. Инсейния Фэлс Промес есть, но он не успел. Суприм! Экосвэм! Прекрасная Эсблаз! Забирает трех героев на IP, купается боксом в игру. Но боксе нужно репорт менять уже. Все, боксе отменять репорт. Куда ты летишь? Боксе, куда ты летишь? Они сейчас тебя сожрут здесь. Зачем? Я не знаю, не помню. Я деньги не тратил в последнее время. Суприм... Нападение у нас есть. Ой, тайга. Ой, красоти. Ой, 4 дал. Ой, какая красотища. 4... Минус 3 сделает. Минус 4 делает ликвиды. Тайга, что это было сейчас? Так, что, где, когда, на кого хаунд? Ага, ну, на тебе хаунд, я понял. Тут у нас Чарли забирает тайгу. Тут у нас Дум повесили на Микки. Собирает, разбирает с Микки, похоже. Да, Микки, хотя... Хотя, фолс промис, но там Айс Бласт. Да, Микки... Да, Микки достал. Он, да-да-да, достал. Ну, Микки должен будет лопнуть. Хотя, не лопнул, что ли? Серьезно? Соник Вейв. Ну, нужно его забирать. Было кое-кво. Экослом от Суприма неудачное. Не очень удачное. Сейчас тот Суприм у нас даже не будет разрывать. Хотя приходит сюда у нас Чарли. Чарли подтягивается. ТТМ еще один. Больно, больно. Койка, кое-кво делает. У нас трибл килл. Полетел даггер и кое-кво добирает. Таки его у нас приходит Чарли. Это неплохая ответка очень от команды NIP. Radiant жжет, урна горит. И это тим вайп от команды NIP. Ну, как, 3 в 2 подрались. Команда наша замечательная. Искать кого-нибудь. Здесь поймали Сенейка, Сенейка Малифайс, ловушка ставит, Сенейка забирает очень быстро, нажимается хаун, прилетает туда у нас Петра, Чарли врывается на Инсейне, Инсейне дал фэлс промис на Тайгу, Тайга в думе, там, в общем, Тайгу все, что можно было всунули, Тайга, Тайга, слушай, он не умер еще, он еще не умер, там у нас убили Эру, продолжается файт, Микки подставляется, Микки зажимает, управляется ветра, он не замерзает пока что, Эсбласт, неплохо, Эсбласт заряжается, по койке он, кстати, не попал, Суприм, здорово, Эхосуэм пошел, тотемом бьет, но койка еще живет, Инферно будет, Фортуна собирает, остановили, пока что выживает, но Диффуза, снимает Диффуза, собирает копов, не достает пока что, Инферно будет только на Инсейне, Инсейне без фэлс промиса, Инсейне тоже не будет забирать, ну, видишь, что он дизарм, там фиссура на Тайгу, Тайга, красный, Тайга, блин, делает Суприм его... Не добить ему никак. Слушай, что хотят койку добрать? Койку пошел, собирает, хорошо. Врывается на койку у нас. Где поддержка? Полетели даггерочки. Сейчас будет диффуза. Какие-нибудь или что-нибудь. Даггера. Ну, забирает. В общем, койку у нас 2-4-13. Но вот теперь становится серьезно уже все. Ликвиды у нас собираются сейчас выйти. Так, собирает. Прекрасно. Клэпчик. Фолс промис, что сразу дал? Сразу фолс промис, но я не понимаю, что он просто он здесь умрет. А из глаз полетел, бокс, и подумал еще, бабах, тайга. Ну, вот холл, ладно, спускается. Кстати, Чарли не прия... А Чарли больно? А Чарли больно? А Чарли забирает, был холл двух героев, пока что переворачивает этот замес. Только мы это проговорили, что такого уже не бывает. И в итоге неплохо было, Чарли забирает. Спектра под мидна-импульсом, под БХ. Экзорцизм есть. Вот и все. Ой, ой, хорошо. Ой, хорошо. И Тайга же без бухлова еще. Вот это ворвался собирает. Микки, до свидания просто. Ты кто такой? Давай, до свидания. И у нас на Чарли начинает раскидываться. Пока что даггеры, боксы блинковываются. Собирает опять Инферноблейд. Опять Клэп, Соник Вейв. Минус боксы, минус 2 делают. NIP прекрасный. Минус 2 не смогли организовать сейчас.
Что пойдет дальше? Собирает. Собирает, только БКБ нажимает. Сейчас Энигма у нас. Энигма с БКБ. Полетел выход двух героев. Нормально. Минус собирает. Койка вылетает в ветрак. Чарли пока что выживает. У него есть теги. Если не забывайте, пожалуйста, про это. Полетел такеру. Суприм врывается с хасовым. Хорошо. Поддержки нету. Продолжение просто для Суприма. Наживает БКБ. Погоня дальше будет или нет. Суприма есть и гоним. То есть он может прыгать на ТТМ, если что. Полетел Супримыч. Здорово, говорит Бокси. Бокси после ББка дабл астрал степ. Выживает Весел. Эра прыгает. Если вы в пейн, Бокси его дочит пока что. Еще один Весел. И здесь у нас Суприм минус... минус 3 получается. Да, это Эра на стиле. Тут у нас хотя Микки. Оп, снимает стрик. Хорошо, Микки Эри, спасибо большое. 8000 уже пошло. Там что, Хаунд, слышу, на кого? На Микки. Микки поставляется, который без байбека сейчас. Микки, айсбласт полетел, айсбласт неудачный. Тайгер Миднайт Пульс постелил, но у него нету блэхова. К сожалению, Микки до сих пор живет. Экзорцист, сифоны работают, Чарли есть до сих пор. Игис у него, ветра летает, хилится, живет у нас пока что Микки. Суприм, плюшки знатные вылетают с тотема. И пошел еще раз прыжок, до свидания. Минус Тайга. Просто Суприм молодцом. Здесь все молодцы. По причине, что у них сейчас будет замена проходить в составе. А здесь Айсбласт хорошо забирает инцене очень быстро. Дум на койке, висит койка в БКБ. Кончается здесь тучка у него. Не тучка, боже мой, а сетка. Ну, ладно, фолс промос. Повесили у нас. Бокси полетел. Сейчас гуще событий, кстати говоря, прилетает туда. Но у нас Тайга начинает Чарли лупить. Чарли суицидник просто баракивается в тередривышку. Слушай, а помощь-то им будет какая-то вообще или нет? Или это такой нормальный хит просто будет? Хотя Манта поймали, мы на импульс есть по нему. Ну и Малифайс, и забирает Чарли. Или стой, что Чарли живет, что ли? Чарли, куда он бежит? Ну что, тролль, что ли? Не понимает, куда бежит? Наверное, он думал, что уже все, я умру, лучше подерусь до конца. Да, Узбекистан за Санейки болеют. Так, тут что? Ага, поставляется Эра, минус Эра. Хотя... Блин, успеет? Успел их оснеть, не уснул. Он успел, но он в итоге умирает, в итоге забирает Бокси. Прожимается Хаунд, пошли на кого? Нападает на Микки. Микки подставляется, минус Микки, дальше пошли. Дальше, здесь Инсейни, минус Инсейни. Можно дальше бежать. Сейчас, я думаю, дальше бежать нужно вот сюда подниматься. Тир-3-вышка падает у нас. Чарли ее начинает пилить своими иллюзиями замечательными. Подтягивается до Койква у нас. Ну что, Койква, кусь-кусь, Суприм, здорово. Ой, Тайга, БКБ, Блухол. Хорошо, Чарли почти помер, стики нажимается. Чарли еще выживает, каким-то образом дерет до конца на мужика. Забирает у нас Койква, забирает у нас Тайгу. Но убили Чарли и Суприма. Нормально, да, Тайга нажал Блухол, кстати. Прям в полете поймал этого. Шейкер собирает, Гример забирает. Да, забирает его. В общем, тут замес саппортов у нас. И полетел бать. Смотри, прилетает сюда Суприм, фиссура полетела. Тайга успеет ли пока нажать? Нажимает, БХ еще нету. Эра, Соник Вэйд, хорошо. Инсини же тратил фэлс промис. Что, Суприм прыгает за ним, забирает. Минус 2. А в это время у нас... драка начинается. Собирает, пока что летает в ветрах. И Чарли. Слушай, Манта. Нажимается Манта. Пока что Чарли... Ой, а ему больно. Койква, что за урон? Койква идет. Койква, ёшкин, матрёшкин. Чарли забирает минус Спектра. Получается убить Спектру. Вы что, вы это представляете? Получается и забрать Санейка. Сбивает с репорт. Ликвиды делают минус 2. Неужели будет такой жесткий камбэк? Я не верю просто. Так, а там у нас? А там что? А там Квапа летает у нас в ветрах. Эра, блинк, отсюда пока что сделает. Ловушка есть. Эру поймали. Эра взрывается. Минус Эра. Любопытно сейчас происходит на карте у нас. Так, у нас что, Хаун пошел? Хаун, что, кого, где, куда? Тут у нас нападает на Бокси, фолс промес на него вешается, Микки снимает с него даггер, здесь Инсейни. Замедление имеется в виду, конечно же, Айсбласт полетел, Айсбласт в Микки попал, ничего страшного, Бокси взрывается, выкупается в игру, Чарли рожка колотит, Чарли сейчас поднимет себя Игис, там Тайга, БХ нажимает, забирает себе Чарли, стыка Игис, этот минус будет 2, по идее, собирает, выкупается в игру, также прыгает Суприм, нападает, Койка прошел БКБ, Койка выживает пока что, Койка живет. Вырыв на Чарли, у него есть Эггис и сыр. Если что, Суприм полетел у нас, Шейкер пошел, батин, плюшки жесткие вылетают. Суприма не получается, пока что никого убить здесь. Дальше, Бокси после бэбэка вылупляется. Там у нас где-то нашел Микки Санейка, минус Санейка. Бокси уходит отсюда, пингуют ликвиды сюда. Собирает.
Рова, Клэп, Суприм, Тотем, неплохо. Начинают лупить его, Миднайт Пульс посреди, Бокс подходит сюда, Черри прожимает сырочку, пока что Аигис все так же стоит, собирает после байбека, бомб выкупался, замес прошлый у нас, да, какой замес лютый у нас на 43 минуты получается. Чарли пытается уйти, у него есть еще Аигис, прыгает Суприм, там Суприм что-то пытается сделать, не получается, хотя красный, очень ликвидный, на самом деле Койква башни у Чарли не вылетает, Малифайс то вылетает, ну и что, Койква дерется на мужика, прожимает ультимейт, работает ульта, ластилится он хорошо, Койква сейчас должен, Чарли будет забирать, Чарли, не Чарли умирает первый раз, это Аегис пингует сюда, вся команда ликвид, вот это дела, Чарли, а байбек-то есть, если что, манта нажимается, ну и Чарли пытается улететь на трипорт, ловушка есть у боксе, это было бы просто фиаско, если бы он сюда улетел, ликвиды в итоге замес тяжелейший для себя выиграют. Ё-моё, я не верю, что происходит, правда, я думал, что это будет изи для непов, особенно когда спектра была на одном уровне с бродой здесь, но вторая сторона падает, это факт, но там проблемка есть небольшая, ребят, есть, даже, наверное, большая, скорее всего, там тир 1 стоит, а тут тир 2 еще стоит тоже. Забивает на байбек, там он, слушай, собирает, пошел, агрессивно боковая, ультимейт вешается у нас на кого, на Мики пытается пробить, Тайгу поймали, ё-моё, Тайге нужно жить, пытаться, не получается, он тратит деньги и рефрешер нажимает, Тайга еще прожал рефрешер, ё-моё, это минус Бокси, минус Тайга, минус Мики, минус 3, где команда NIP, вот это фантастика, вот это развязка, похоже, игры сейчас будет. Не тратит Тайга деньги, у него 200 монет, этих 200 грошей не хватает, чтобы выкупиться. Милишный барак пока что говорит, подходит сюда сюда Койква ульту прожимает, собирает Шива, прожимается. Эхо Сома Суприма, Тайга, бэха, автор героя, победай пульсом. Хорошо, Тайга сосет, очень неплохо у нас. Минус Суприм, минус Чарли, минус 2, делает Тайга, взрывается. Тайга умирает, выкупается в игру обратно. Дерется у нас Микки один против всех, здесь выкупается Тайга, здесь Инсейня, Фолс Промис. Пошел Микки наказывать сейчас и Чарли, да, возвращается обратно в игру. Где Чарли? Вот он пытается обманывать всех. Тайгу после байбека почти убил, но Глиммер, Инвиз не контрится. Микки красный. Микки ветра пока что управляется полетать. Микки, минус Микки. Микки забирает Микки без байбека. И сторона горит. Соник ВФТР. Эра забирает у нас... Кого не забирает? Это было шикарно. Тайга здесь. Фиссура от Суприма. Суприм тотем у него скоро будет. Суприм прожимает БКБ. Живет все хорошо. И там мегрипы у нас. И... не подходят. Так, Микки нажимает, что это такое? Ага. Подход с пробой собрывается, прожимается халам, пошел драка у нас. Тайга бегает в инвизе в своем. Чарли пытается поймать, не получается. Тайга на позиции. Тайга, если что, готов ворваться. Блэкхол пошел первый, хорошо. Его сбили думом. Ха-ха-ха. Тайга без БХ остается. Прыгает сюда Суприм, забирает Микки, минус Тайга, минус Синсейни, минус 3 делает. NIP, дальше пошли на койку, койка подставляется без байбека, а вот это уже, наверное, GG будет сейчас прописано. GG прописывает Team Liquid, это минус 6 сделали NIP, и первая карта за командой NIP. Поздравляем, мы с победой на первой карте, хорошая была карта. Будет. Ну, у него дистанция большая, до него просто тут, он будет непроворно, до него будет трудно подойти здесь. Но здесь есть шейкер, здесь есть бетруха. Слушай, нашли Койква здорово, говорят ему сейчас, и NIP сделает свой first blood. Есть ФБ, сделает его, NIP Суприм забирает ФБшку себе. Наконец-таки, там что, опять драка начинается, там опять у нас на боте Инсейни давит сейчас. Минус Инсейни будет здесь, да, они пусть делают еще один килл, 5-0. А на топе все спокойно до сих пор, в итоге вроде Микки примерно на одном месте находится. Пронтворс, Санейк у нас Тайгу бьет, пытается убить, и тычка полетела, делает килл Санейка, хорошо. Это соляра просто от Санейка, пролетает сюда Койка, плазма замедляет Санейка, Санейка можно будет убирать. Да, минус Санейка, отомстил. Первое убийство от ликвидов. Ура! Ликвиды нажимают смоки. Выходит у нас на эру. Эру видели? Эра. Здорово. Можно ставить. Было батарейки. Нажимается и... в итоге эру забирает здесь. Да. Да, конечно. Хокшот он пытался ставить, не получилось. Поехали. Бокс силу осо вешается. Фиссуры на рампу стягивают у нас. Собирает. Ну, что уж, брат. Тут сейчас будет на тобой издеваться. На 15 минут под баунти, Суприм берет, Суприм, так, Эра смотри, стоит, если что, в спине, он же момент, Хокшот полетел, слаб, есть же, если что, же есть, и Инсейни должны будет забрать здесь, Бокс разворачивается, но, наверное, это ему лучше не делается, а там у нас убивает Санейча, где-то Койква здесь его нашел на баунти, ну, Санейка баунти поднялся, так, Хокшот, ой, неудачно, Виднайт Пульс, Малифайс пошел здесь, но и Койква
Тут, слушай, а инцидент, а может спасти свап, пошел хорошо. Инцидент, полетели плюшки за койкой, койка пока что впитывает и убегает койка отсюда. Да инцидент выжил, да без... Вот это фантастика, но инцидент должны будут забирать этого наглеца просто, который сбил... Бокси увидели, Бокси, Малефайс, Бокси у нас останавливаются сейчас. Бокси, осторожно, нужно быть, Бокси власть удает на настоящего, но поддержка где для Бокси, сейчас его просто разовет, рефлекшн нажимается, хотя Чарли не достает, там что у нас происходит, там Эклипс выпускает Микки, Эхосома Тайки, неплохо, но Суприм впитывает, забирает у нас это, минус это, все красные ликвиды, все, ну почти все, но живые, представляете, все живые, лакеры это называется, собирают, у него блоков, конечно, имеется, но убили у нас Инсейн, хотя могли и Бокси забрать, могли убить и Тайк, который дал неплохой, в принципе, Хасвэм. Все, Бокси понимает, что происходит, сюда ликвид уже стягивается у нас. Тайга. Так, лассо. Ой, хороший лассо сейчас может быть. Хасуэм спасут ли его? Нет, забирает Чарли. Очень быстро минус Чарли. Шикарное лассо от Бокса. Эклипс нажимается. Вот Эклипс уже такой, знаешь, не самый лучший. Но плевать, потому что лассо было идеальнейшее. Просто керри команды забирает. И Рошан же еще на пол столба стоит. Ну что, будет ли попытка здесь контр-инициировать? Рошана забегает. Собирает БКБ. Блэхол в двух пошел. И слаб от Инсейни. Самбо просто для команды НИП здесь собирает и собирает в БКБ без БХ. Слаб еще один, Сенейка возвращает обратно. Там за Супримом погоня пока что у нас есть. Суприм кончается, у него форма. И Бокс сейчас его должен будет здесь запилить, по идее. Должен. Там Койква у нас забирает эру пока что. И минус Суприм. Это фулл вайп, тим вайп от команды Team Liquid сейчас будет. Вот прямо сейчас есть. Минус 5, ни одного героя не потеряв. Шикарная игра от Ликвидов. Пока что живет, все у них хорошо. Микки зоня, пока что полетели бимы здесь у нас. Гой вылетает туда-сюда обратно. Микки размонтился, Бокс врывается. У вас все хорошо, Крис прожимается. Круто очень делает, все, Чарли забирает Ликвид, забирает также Санейка, минус 2 делает Team Liquid, хорошие. Ночи минус 2, кто там, кто разбегает сбоку, Чарли приходит обратно. Хукшот от Эры в кого, ну он за зоне. Вот здесь у нас Тайку, вот он и хукшот. Вот он инициатор собивает, все бегает, стоит. Энигма тройка наша замечательная. Выбили Аегис, ну шо. Что, не получается, брат, ничего сделать. Может быть сейчас, может быть прямо сейчас. Пауи, вот сейчас, смотри, хороший момент. Тут два стоял корот, ну почему не ворвался? Ну там же стоит инцидент за спиной, поэтому не ворвался. И свап сразу же собирает. Хорош, хороший герой. И Тайга, и Касуэм пошел. Фиссура, Чарли, БКВ работает. Сандер есть, нажимает Сандер, последнюю секунду выживает Чарли. Убивает Эра, минус Эра. Вообще до сих пор живут каким-то образом, и на эпи не понимаю как. Но здесь начинает Чарли лупить. Гои вылетят, его нужно форстафы. Как-то не знаю, Микки форстафы от себя. Бим в лотосфорб, пока что неудачка. Микки нажимается, Таник выхиливает, слапает Чарли. Минус Чарли, хукшот. Неудачно, я думаю, сейчас будет написана надпись GG, потому что у Чарли после байбека умирает. У нас база, трон горит. Никто занимается фарм, собирает без бухола. Это GG. Это 1-1, господа, и у нас сегодня будет это хорошо. Очень, что у нас будет сегодня третий решающий карт. Это есть такое. Ну ничего не поделаешь. Опа, очки, ФБ. Пропустили мы опять. На. Так, ФБ, вот у нас Чарли. Суприм также забирает боксе. Ну я ж не просто так смотрел в ми, потому что казалось, сейчас будет кил, что Суприм сделает. В итоге и там делают, а потом здесь делают. У нас Чарли. Реалити Рифт, Эра. Осторожно нужно быть. Санейдж на Тайгу нападает. Тайге неприятно. Тайгу забирают, да. Киллстрайк работает, если что. Но там уже бой... Ой, там... Нет, Чарли горит. Здесь Чарли ждет смерть. Минус Чарли. У нас 5 минута, включает дворцы. Дает себе армлет. Суприм нажимает форму, врывается на инсейнию. Полетели каски. Каски летают. Летают каски. И там ледзик не работает. Тычка. Тычка лайфбрейк на развороте пошли собирается. Фортуна кастуется на развороте. Урна повесилась на инсейнию. Инсейни тычка получает. И инсейни не догорает. А роуалт Микки шикарная просто. И можно забирать у нас собирается. Минус собирает. Дальше Микки пошел. У нас Санейка. Санейка Малифайс. Заплевывается. Суприм здесь выплевывается. Минус Койква. Койку пробивают у нас также. Хорошо. Ароу лайфдрейн выкачивает у нас ХП пока что из Суприма. Суприма забирает. Минус Суприм. Так, наблюдает у нас мид. Там, потому что файт начинает, нападали на Суприма. Суприм в итоге впитал. Даун ретоксин, становится дезвард. Хорошая терра. И вешается Фелспромец у нас на боксе. Бокс, слушай, интересно, а не взорвется ли он? Там же Маледикт.
Там же Мальдикт, он взорвется, Эра. Вот это мстя была, пацаны. Вот это месть, понимаю. Врываться снова на первое место, потому что СЦК обычно вот тут у нас забирает пока что Эра. Хорошо было Ару. А, есть Реалити Рифт, Киос Болт. Неплохо по боксе. Бокси на себя ДГП повешает. Самейч. Хукшот сбивает Бомбовый Холм. Минус Санейка. Санейка забирает Бокси. До сих пор каким-то образом еще живет Бокси. Просто Боксян у нас получается там. Бокси, Визард, насобирайте. Сдуайте его там. Что там у нас Чарли на мужика против Мики дерутся. В итоге 2 в 2 у нас файт получается. Но это еще не концовочка, пацаны. Там у нас первую драку выиграли, конечно же, NAP, потому что саппортов на основных подходит у нас сюда. В итоге Хусик и собирает и пробивает у нас. Суприма тоже, кстати, можно будет, по идее, убить. Ага, но Койква там будет, у него будет, да, конечно же. Лайфбрейк у него готов, если что, он готов ворваться, тем более поддержка в единице не стоит за спиной, которого готов все скиллы, Киос Болт, и не позволяет, ой-ой-ой-ой-ой-ой, неприятно, Суприму должны будет забраться, Нейка нажимает, Блэк Холл пытается пробить у нас этого Хустика, пробьют ли, не знаю, ну слушай, взорвется, да, ну конечно, должен был взрываться, Киос Болт сбивает, телепорт у нас еще Бокси, минус Бокси, в итоге 2 в 2 размен, но выбили байбек из Суприма, это важный очень момент. Никис я взял... Ага, криты он взял себе, там Аро промазал, Аро в Суприма не попало. Суприм после байбека дерется на мужика. Один против троих героев пытается замансить, ему умирать ни в коем случае нельзя было, но он умирает. Его убивает здесь Суприм. Тю-тю-тю, Суприм ошибает, серьезно, в общем, он здесь. Эра разворачивает, сказки спускает, подходит до Чарли и Инсейню выгребает. Но у нас там Микки с хайграунд забрал еще Эру. Вот, опа, хукшот. Койква здесь уже, Койква врывается на Чарли. Чарли пока прожимается от Койква, Фантаст нажимается сейчас. Койква нашел настоящего, Чарли бежит, Чарли догорает у нас. Снимает стрик из 4 убийств с него, хорошо. Так, там что? Там кто? Там Суприм прожимает БКБ, подает на Тайгу, Тайга под вайперстрайком, он умрет. Тайга даже не обсуждается, умрет. Что с Рошиком, интересно? Койква играет с армлетом, Койква будет осторожен, Собирвайт здорово, Фоус пробует свешиться, Собирвайт, а Егис поднимает себе Койква, это будет вместо Собирвайт, Койква выживает у нас, вроде бы выживает, а Роу не попадает ни в кого, Койква, да, по ОХП, нападает на Суприма, Суприм поставляется, Койква расталкивает всех, забирает Суприма и погоня за Санейка, Фортуна, ой, избивает репорт еще Фортуна Санейка здесь, минус 3, делает у нас Ликвид, забирает себе еще Койква Рошана, слышу, и сейчас будет что-то интересное. Койква заходит прям под нос Суприму, Суприм прожимает БКБ, нажимается БКБшка, Санейка, что по Блэк Холлу, не хочет на него клад, Сэру полетела, никого не попадает, хукшот есть, и теперь Санейка может себе позволить попадать, но осторожнее, минус АЕС, так, Санейка, блин, будет через 3, 2, 1, блин, готов, БХ без блинка, пошел Блэк Холл, забирает Собирвайта, нужно бить Койку, Койку пока что не забирает, он до сих пор выживает, играется, живет Койква, живые, всех живых, Фэлс Промис, до свидания, пошел на развороте, нападает у нас Койква, пытается бить Чарли, Чарли пока что неприятно, Чарли зажимает, минус Чарли, да, он ли Барт, он уже поздно, он догорает, Койква еле-еле живой, но живой, все равно забирает у нас звук керри, сейчас команда Team Liquid и... Хукшот, нормально, Тагич ворвался, замечательно, Чарли на развороте пошел, Фантазм разложились, у нас сейчас иллюзии появляется, пытается Тайга поймать, Тайга есть реалити рифт, Тайга пока что выживает, дальше пошли у нас на Инсейне, Инсейне поймали, Инсейне поставляется, лайфдрейн его захиливает Бокси, там что, там кто, там нападает у нас на Микки, Микки БКБ, Лип выживает, прыгает у нас Койква, нападает на Чарли, Чарли телепорт делает, телепорт сбивается, минус Чарли, минус 2 делают ликвиды в размен одного саппорта всего лишь, так что очень хороший минус 2, они били Суприма и Чарли здесь ликвиды сделали такие вы, трудно, я бы не говорил, но я говорю, что Тайга неплохо врывается, нападает у нас на Санейдж, хорошо, есть у нас и долончики перепризываются, Тайга, неприятно Тайги, Тайга забирает у нас, дальше Либард, лайфдрейн захиливает у нас, выкачивает КП и срезает Собирвайта, дальше нападает у нас на Эро, Киллос Болт есть 3 секунд, неплохо очень, и Дезвар, хватит ли КП, Инсейне, Фост Промис, вынужден был нажать эту кнопочку, и в итоге у нас Койк его все-таки спасает, получается его спасти боксом. Что? А там кто? А там Инсейни поставляется. На Инсейни. Инсейни. БКБ Санейка прожимается. Чем-то непонятно. Койка поднимает себе уже сыра Игги. Все. У Койка уже все ништяки с Рошана. Санейка там что-то бегает, прыгает. Это еще минус 1 секунда БКБ. То есть... Ну, Мунвайт прожимает. Смотри. Нажимается Мунвайт. Хукшот свыше на кого нападает на Чарли. Чарли основной здесь находится. Санейка опять БКБ. Блэк Холл никак не может дать свой. Замечательный врывается на иллюзию. У нас получает Алибарду.
Малибарда на койку, койку. Но это минус БКБ опять. Санек, Санек очень слишком рано, мне кажется, выкладывается. Это забегает Сабервайт. Но тычки от Миги будут плю... Там будут такие плюхи, что мама не горюй, поставляется эра. Ужасная, очень странная позиционка пока что команды NIP. NIP позиционку проигрывает. И драку, само собой, за этим временем. Сразу же, боже мой, такая глупая позиционка. Но вот... И она скачивает там. Такая система жесткая. Нападает на Сабервайта, Санейка, хорошо, хукшот, забирает Санейка, Санейка нехорошо совсем, у него не получается бхадать, на фоне тайки на первой карте у нас минус 2 сделали ликвиду, дальше пошел у нас пока что Койква, Фэлс Промис, у него есть еще и Аига, если что, но не умирает сначала, но его доберу первый раз, или нет, что, он живет, что ли, он выжил, Кираска, спаси меня, говорит, он играет с армлетом, выживает до сих пор, ну ладно. Втроем остаются у нас здесь ликвиды, и не пусть сделали два байбека. Навали пока что. Так, Сабервайт у нас на будете еще бегает. Ну и хукшот, нормально. Так и залетает, его кукоми зонит, только прыгает на него, собирает, Сабервайт очень быстро. Он же без байбека выкупался в прошлом замесе. Помните, он выкупался, его не будет. Полторы минуты, страна упала, все. Койква, хукшот, прекрасно, тайги, что залетает, нажимает чарджи БКБ, лейв дрейн, Санейч, ну что, будет ли блухол? Ну да, он блухол, его Микки в это время забирает, минус Санейка, не очень удачно получается пока что игра для Санейка, здесь не получается у него бхадать, взрывается Койква, слушай, Койква получается пробить, ну и Суприм форстафается у нас вперед, полетел пытаться кого-то ловить, не получается никого поймать. Что, бьют, интересно, или нет? Настолько. Тайга, почему такой плотный, ему понять? Там два брейсера, форстав, даггер. Что это такое? Как... Ну, вот. Это клокверк, вы чё, пацаны? Тайгу убить не могут, там его ИТ не захиливает, лайфдрейм не захиливает его. Ё-моё, Микки БКБ липается отсюда, вроде Микки выживает, разворачивается, ару попадает. Плюшки, 729 криты вылетает, очень плотно. Бокси на 100 прима, Суприм прожимается БКБшка пока что. Микки нужно просто бить, и все. Нужно просто бить крипты по 747. Не так много, но и немало на самом деле. Фортуна, Микки пока что живет вроде, Микки выживает у нас. Дальше, куда полетела мышка? Что у нас здесь? Тайгер, там, Тайга просто фантастика. Сейчас же появится, скоро уже Койква вернется обратно, забирает у нас Чарли, минус Чарли, Чарли за байбеком, купаться нужно обратно в игру. Появляется Койква, он сейчас сюда, по идее, полетит. Вот он, Койква, здорово, пацаны, говорит, БКБ на Суприма. Раз, два, три, четыре, забирает у нас Суприма, минус Суприм, ну и падает пока что. Клокверку неплохо тоже. Так, Клокверку тоже хорошо. Так, ну а там Койка поднимается, ништяки, и сейчас пойдет флекс, рефреш, дают все-таки Оракл у нас, инсейни дают его. Так, на что, тут у нас Койка врывается, БКБ нажимает, Егис не выбивается, все нормально, Койка живет. Чарли пытается выйти на кого-нибудь, не получается, минус 2, Санейка, блэкхол, но кукшот от Таги, и там это должно, по идее, быть уже GG сейчас. Там уже таланты на 3 ару, это минус 5, GG, да, ГВП. Ликвиды все-таки делают это, они смогли сделать у нас 2-1, тяжелейшая была игра, это волевая победа команды Team Liquid, и мы их поздравляем с этой победой сегодня, большие-большие молодцы, Ликвиды.